Руководство Катара уведомило организацию стран-экспортеров нефти о своем выходе из ее рядов, сообщает телеканал Аль-Джазира со ссылкой на министра энергетики Эмирата Саад Аль-Кааби. На пресс-конференции в столице Катара Дохи чиновник объявил, что решение покинуть организацию связано с намерением страны сосредоточиться на планах по увеличению ежегодной добычи природного газа с 77 миллионов тонн до 110 в ближайшие годы. Информацию о выходе подтвердила государственная добывающая компания «Катар Петролиум». Таким образом, официально выход страны из картеля будет завершен к 1 января 2019 года. Аль-Кааби подчеркнул, что решение о выходе из картеля не связано с блокадой Катара странами ОПЕК, Саудовской Аравии и Объединенными Арабскими Эмиратами. Объявление о выходе состоялось за несколько дней до заседания ОПЕК, намеченного на 6 декабря. Доля Катара в общей добыче топлива членами ОПЕК в 2017 году составила 1,85%. Ежедневно страна добывает порядка 600 тысяч баррелей нефти. Организация стран-экспортеров нефти образована в 1960 году после подписания соответствующего соглашения правительствами Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы. Катар присоединился к картелю спустя год после его создания в 1961 году. В настоящее время ОПЕК включает 14 государств. Наибольшее количество нефти из суммарной добычи картеля приходится на Саудовскую Аравию 30%, Ирак 13% и Иран 11%. За время существования организации ее состав неоднократно изменялся. Индонезия дважды входила в картель и дважды покидала его. Габон в 2016 году ненадолго приостанавливал членство в организации. Весной 2017 года в члены ОПЕК приняли экваториальную Гвинею.